Приветствую на моем канале. Есть небольшая темка по поводу открытых небес. Ты знаешь о том, что если ты сын Всевышнего, ты, по сути дела, являешься откровением этому миру. По сути дела, ты откровение Бога. Если ты откровение и слово Бога, то ты слит с Богом во единое целое. Точно так же, как Йешуа ха-Машиах. Если ты слит с ним воедино, то внутри тебя открыто небо. И оно не просто внутри тебя открыто, оно еще и открыто в духовных сферах над тобой. Небо. И там, где ты находишься, твой дом, в первую очередь. Твоя личная, вернее, повседневная жизнь. В первую очередь, да? Потом твой дом. Потом твоя улица. Район, город, который как бы прилегает к этому городу, да? Ну, или район, в котором ты живешь. Я уже не о городском районе. То есть, как бы, небеса над тобою открыты. Помнишь место в Писании, где Йешуа молился? И по сути дела, где бы ты ни был, куда бы ты ни пошел, это не то место, вот ты сейчас вот как бы над тобой небо разверзлось. Открылись небеса. Благословение звезд. Ты ушел, и оно все здесь, а ты как бы ушел. Нет. Ты носитель открытых небес. Куда ты идешь, там должно открываться небо. Вернее, открытое небо ходит с тобою, и благословение ходит с тобою, и открытое небо, оно с тобой. Что такое открытое небо? Это первое. Разрушение основания зла. Йешуа молился, я вот не сказал, да? И просил отца: хочу, чтобы там, где я, и они были с тобой, со мною. Открытое небо. Открытые небеса. И в том месте, где ты живешь, где ты находишься, будет уничтожение основания силам зла, уничтожение лжи, уничтожение всего того, что называется колдовством, прочими вещами. И благословение, процветание, успех. В Божьих делах. Я не к тому говорю, чтобы сейчас тебя упрекнуть. Ты сейчас скажешь: но у меня этого нету. Ну, не у меня, про себя ты. Скажешь: у меня нету, где, как? Проблема не в том, что небес нету. И они якобы, знаешь, не открыты или открыты, или как бы так сказать, да? Проблема в все в твоем сознании. Твое сознание — это дверь для того, чтобы небеса были открыты. То есть, если ты сейчас получаешь откровение, и отец тебе говорит то, о чем я говорю, ты понимаешь меня, о чем я говорю. И если до этого момента у тебя небеса, как бы тебе казалось, да, они закрыты, то они откроются прямо сейчас. Но! Если ты откровение сейчас,
получаешь. Если же ты откровение не получаешь, и ты вообще не понимаешь, о чем я говорю, я тебе гарантию даю. Как бы это так сказать? Ты не понимаешь, о чем я говорю, просто закрой видео и не смотри. Потому что ты не поймешь. То есть гарантию в чем? В том, что они над тобой просто не откроются. Раз ты не понимаешь. Сегодня мне папа дает это откровение о небесах. Я очень так комканно сейчас это все объясняю, говорю, потому что я как бы слышал, небеса открытые, небеса во мне. Но конкретно отец сегодня мне сказал о районе, в котором я живу. Сынок, ты знаешь, что над твоим районом, из-за того, что я с тобой, я вообще с твоей семьей, с твоей женой, да, небеса открыты. Ты знаешь, почему все меняется там, где вы живете? Почему? Потому что я с вами. Я есть небо. Я есть небо! Услышал? Сам Бог является небом! И Он открывает небо! И если ты меня сейчас слышишь, о чем я, прямо сейчас небо над тобой открывается! Чем она открывается? Ты скажешь, десятины и приношения. Не неси бред. Если хочешь носить куда-то десятину, не делай ее с тем, чтобы небо открылось. Оно не откроется вообще тогда у тебя. Ты законом закрываешь небеса. Не надо. Ни в коем случае не делай что-то с позиции закона. Если у тебя в сердце лежит десятину носить, носи ее. Папа благословит тебя. Жертву какую-то финансовую благословит тебя. Но не делай это с позиции закона. Мы сейчас не о финансах вообще. Небеса открываются жертвой. Жертвой Иешуа Хамашеха, которая уже совершена. Небеса открываются жертвой Сына Божьего. И они открылись. В день Пятидесятницы пришло слово. Пришло небо. Хочу там, где я и они были со мной. Хочу, чтобы там, где я и они были со мной. Если ты сын или дочь Всевышнего, просто поверь. Небо не может быть над тобой закрыто. Помолимся с тобой. Отец, именем Иешуа Хамашеха, мы разрешаем тебе открыть над нами небо. И да не будет оно больше никогда закрыто.
над нами, над нашими семьями, над нашими домами, над нашей улицей, над деревней, над районом, над городом, в котором мы живем. Там, где мы, Отец, распространи наши пределы. Чтобы люди вокруг, они становились свободными. Чтобы они становились свободными. Там, где Дух Господень, там свобода. Чем больше его влияние вокруг нас, присутствие, тем больше он приносит свободу. Ты сейчас, слушая меня, 100% уверен, ты получаешь свободу. Потому что Отец будет в тебе истину. Жизнь, благословение. Он любит тебя. Он тебя любит. На этом все. Благословение.